Певица Пелагея, которая снова оказалась среди судей программы Первого канала «Голос», стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Исполнительница, которая не очень часто дает интервью и редко рассказывает о личной жизни, обрадовала поклонников беседой с популярным ведущим. Артистка ответила на вопросы Ивана Урганта о семье и работе в популярном телепроекте. Шоумен отметил, что Пелагея замечательно выглядит. Звезда появилась в студии вечернего шоу в длинном платье светлого оттенка. Исполнительница дополнила свой образ лодочками в тон. Артистка призналась, что эти же туфли она когда-то надела на свадьбу с хоккеистом Иваном Телегиным. Пелагея тайно вышла замуж за хоккеиста. Иван Ургант спросил у Пелагеи, пахнет ли ее обувь водкой, на что артистка ответила отрицательно. По словам исполнительницы, она не употребляет этот спиртной напиток, и не уговаривай, не надо, добавила исполнительница. В январе этого года жизнь певицы изменилась, она стала мамой в первый раз. Певица подарила своему мужу очаровательную дочь Таисию. Артистка старается уделять малышке все свободное время. Разговаривая с Иваном Ургантом, Пелагея объяснила, как она снова оказалась в числе наставников «Голоса». Звезда призналась, что скучала по атмосфере проекта. Как Пелагея похудела к новому «Голосу»? По мнению Пелагеи, ее коллега по цеху Полина Гагарина была отличной судьей. «Я очень ее люблю, она прекрасная. Она замечательно выглядела там и справилась совсем на 100%», считает артистка. Исполнительница также рассказала, что этим летом она отдыхала за границей. Компанию Пелагеи составили ее близкие люди. Пелагея призналась, что подпевала на выступлении популярных артистов. «Это та самая группа, по которой я фанатела с детства. Я внутри очень серьезный рокер», объяснила исполнительница. Кроме того, в ходе беседы с известным телеведущим Пелагея поделилась впечатлениями от съемок в «Голосе». Знаменитость поведала, что искренне волновалась во время работы над шоу «Голос 6», кто из звезд отправился покорять наставников нового сезона.